Дамы и господа, я рада быть здесь. Я рада быть с вами сегодня. Я всегда рада быть на этом месте. Меня зовут Ли Сангми. Раз в месяц мне выпадает такая возможность рассказать вам о новой продукции, чему я невероятно рада. И, конечно же, в этом месяце мы также приготовили для вас очень интересную продукцию. Давайте посмотрим. В первую очередь, конечно же, многие из вас страдают от нынешней жаркой летней погоды. Тем более, что мы сейчас должны также носить маски, и это создает дополнительные сложности для нашего мейкапа. Поэтому мы приготовили для вас новую пудру от Аделики под названием Loose Setting. И я сейчас вас с ней познакомлю. Это финишная пудра от бренда Аделика. Вы знаете, что это пудра, которая находится в которую вы наносите в завершении к своему макияжу. И сильные стороны данной пудры в том, что она обладает стойкостью, силой нанесения, она закрывает и делает невидимыми ваши поры и самые мелкие морщинки. Перед тем, как рассказать вам об этой пудре, конечно же, я попробовала ее на себе. И результатом было то, что мои фотографии до нанесения пудры и после были похожи на пользование фотошопом. В последнее время у меня стали появляться поры и мелкие морщинки. И поэтому, пользуясь пудрой, я могла убедиться, что она их полностью закрывает и делает невидимыми. Также безупречный тон пудры делает мое лицо, помогает моему лицу выглядеть моложе. И на самом деле я не вижу ни одной причины, по которой вы бы не могли пользоваться этой пудрой. Какова же главная причина, главная сильная сторона этой пудры — это наши технологии. Мы использовали нашу пудру MasterFit как основу для этой пудры. И, во-первых, сюда входит в нашу частички пудры, которая позволяет делать так, что даже если вы будете потеть, ваш макияж будет оставаться на месте. Помимо этого, есть сильная сторона этой пудры в том, что даже и мужчины могут ей пользоваться, потому что мы живем с вами в такое время, когда уже и мужчины также пользуются средствами по уходу за кожей и косметикой. Поэтому она пудра подходит и для мужчин. Нанеся ее однажды утром, вы можете не беспокоиться о своем макияже до вечера. Есть два цвета пудры, синий и фиолетовый. Вы должны пользоваться ей в завершении к своему макияжу. Пользоваться пуховкой вы могут те, кто хочет сделать очень маленькие незначительные штрихи, и кисточкой, кисточку мы советуем начинающим.
작은 것까지 굉장히 신경을 잘 썼다라는 게 이 퍼프도 형광 표백제를 사용하지 않은 아주 내추럴한 컬러 그대로를 사용했습니다. И сильная сторона пуховки в том, что она позволяет наносить пудру очень тонким слоем, и это все выглядит очень натурально. 매우 좋습니다. 때문에 얇고 가벼운 피부 표현을 ну, а наша кисточка от бренда Adelica, она также блестяще подходит к данной пудре, и мы советуем это всем начинающим. Я напоминаю, что продукция доступна с 10 августа, и я надеюсь, что она будет пользоваться большой популярностью среди вас. Что ж, второй продукт на очереди — это то, что жду и я в том числе. Это наш биотин. Энергию, 간편하게 보충하실 수 있는 네일 더 가득한 비오틴입니다. Он называется «Цветущий биотин от Атоми». Многие люди не знают, многие люди знают, почему и чем полезен биотин, а те, кто еще не слышал об этом, попробуйте набрать в гугле, почему нужно употреблять биотин, и вы увидите подобные результаты. Очень многие из вас и очень многие люди в Корее уже знают о необходимости биотина. Что же это такое? 탄수화물, 단백질의 대사와 에너지 생성에 필요한 영양소인데요. Это необходимое вещество для метаболизма в нашем теле. Он очень помогает метаболизму как жиров, так и углеводов с белками. Можно сказать, что это обязательный витамин для нашего тела. 어떤 제품일까 궁금하시죠? Наверное, вам интересно, что же мы подготовили для вас. Сейчас я расскажу об этом немного более подробно. 함량인데요. 5000 마이크로그램이나 충분한 Во-первых, это состав. 함량이 안에 들어가 있습니다. Наш биотин в наших таблетках содержится 5000 микрограмм на одну таблетку. И положительная сторона преимущества биотина в том, что наше тело оно поглощает ровно то количество биотина, которое нам необходимо, а все остальное просто выводится из организма без каких-либо последствий. Биотин의 다른 한 종류인 단백질 결합형 비오틴은요. 소장 내 단백질 분해 효소와 비오틴이 나제를 유리형으로 분해되어 흡수가 가능합니다. 하지만 애터미 네일 더 가득한 비오틴은 이러한 별도의 분해 과정 없이 체내에 바로 흡수되는 유리형 비오틴을 사용했다라는 점. 그리고 세 번째. Поэтому у него очень высокая усваиваемость. Также мы получили сертификаты о том, что 자, 그리고 товар является халал и кошерным. 이중정 형태로 생겼고요. 목 넘김 и помимо этого, 작은 사이즈로 таблетка очень маленького размера состоит из двух частей. Ну и, наконец, давайте посмотрим, что же входит. Наш биотин сюда входит пивные сухие дрожжи, экстракт черных зерновых, включая черный рис, черные бобы, черного кунжута и прорастающий горох. Что ж, таким образом мы с вами услышали о преимуществах биотина и необходимости биотина в нашем теле. 에너지가 소진되었다고 느끼시거나 쉽게 지치셨던 분들. Так что я советую вам употреблять биотин по одной таблетке в день для приобретения жизненной энергии. Биотин будет доступен с 18 августа этого года. А мы переходим к третьему товару на сегодня. Это детская зубная паста. Детская зубная паста для наших любимых и драгоценных детей. У меня, честно говоря, тоже есть 10-месячный ребенок, и я знаю, насколько люди переживают за своих детей, тем более, когда они очень маленькие. Особенно это касается зубной пасты и других товаров, которые дети потребляют внутрь. Ну и, конечно же, в моем случае я, естественно, выбрала натуральную зубную пасту от Atomy, с которой я вас сейчас познакомлю.
Во-первых, товар сделан во Франции. Он полностью, весь процесс производства происходит во Франции. Мы получили различные сертификаты, включая сертификацию «Космос» во Франции. Также мы получили сертификаты от агентств по санитарному надзору во Франции и от Международной организации по стандартизации. Конечно же, вы должны посмотреть, что входит в состав зубной пасты. И в нашем случае она более чем на 99% натурального происхождения. И на 12% она является органической. Помимо этого, нужно отметить, что она не содержит фтора. Что же такое? Для чего нужен фтор в зубной пасте и почему его нету в детской зубной пасте? Фтор нужен для того, чтобы защитить наши зубы от образования кариеса. Однако в случае детей, так как велика вероятность того, что они проглотят зубную пасту, большое количество фтора в детском организме может оказать негативное влияние на замедление роста зубов и замедление роста костей. Поэтому зубная паста абсолютно без содержания фтора, она безопасна для ваших детей с любого возраста. И, наконец, что касается запаха, зубная паста обладает запахом малины. Она является абсолютно натуральной, без каких-либо аллергенов. Мы провели огромное количество тестов, и детская зубная паста от Atomy будет доступна с 25 августа. Что ж, и, наконец, последняя продукция на сегодня — это одноразовые пеленки для тренировки собак. Следуя статистике по Корее, почти треть жителей Кореи имеют домашнего питомца. Поэтому рынок домашних животных, он очень сильно развивается. В данный момент, и последний продукт, о котором я расскажу сегодня, он как раз-таки относится к нашим домашним питомцам. Это одноразовые пеленки для тренировки собак под названием Hey Dog. Что же самое главное в одноразовых пеленках? Конечно же, в первую очередь, это впитываемость. В моем личном случае у нас есть две собаки дома, и я могу сказать на своем опыте, что если впитываемость пеленок недостаточная, то собака может запачкаться своей урине и может запачкать дом. Поэтому это очень важный элемент. В случае одноразовых пеленок от Atomy, они состоят из 6 слоев. И внешнее покрытие, оно позволяет впитывать влагу очень быстро. Также, помимо впитываемости, пеленки, они должны быть непротекаемыми. И это все относится к нашим пеленкам, которые состоят из силикона и имеют 2 слоя, которые делают эту пеленку не скользящей, поэтому вы не запачкаете свой дом. Мы получили огромное количество необходимых сертификатов, поэтому пеленки для тренировки собак являются абсолютно безопасными. Также
пеленки обладают цитрусовыми запахами, которые нивелируют запах мочи.